Огонь – давний друг человека, но только в том случае, если он не выходит из-под контроля. Казалось бы, каждый домовладелец, квартиросъемщик должен быть заинтересован в сохранности своего жилья и всего, что в нем находится. Однако пожары в жилых домах происходят довольно часто. И виноваты в этом в большинстве случаев сами домовладельцы. За 10 месяцев текущего года на территории Брестской области зарегистрировано около 870 происшествий. Основными причинами возникновения пожара в осенне-зимний период – является нарушение правил эксплуатации отопительных приборов, правил монтажа печного отопления, использование электрообогревателей незаводского изготовления. Немалую цифру занимает и курение в постели. Задумайтесь, порядка 80% пожаров происходит по вине курильщиков в состоянии алкогольного опьянения. Акция «Без этого можно жить» – очередное напоминание брестчанам о том, что с огнем шутить нельзя. Конечно, когда ребенок почувствует или посмотрит фильм, или увидит, как ликвидируется данный пожар, и что необходимо сделать для того, чтобы его не допустить, мы считаем, что вот в блоке памяти каждого ребенка это отложится. На площадке возле кинотеатра «Беларусь» пожарные спасатели инсценировали тушение пожара, демонстрировали на деле возможности аварийно-спасательной техники и оборудования, а также разрешили самым смелым ребятам подняться по пожарной лестнице на высоту 10 этажа. Финальным аккордом акции стал кинолекторий на тему пожара и его последствий. Меня познакомили, как обращаться с огнетушителем. Потому что я до этого не знала, как вот когда пожар, чтобы знать, как его использовать. И нужно, я думаю, что нужно аккуратно пользоваться со спичками, чтобы этого воспламенения не было. Акция «Не прожигай свою жизнь» продлится до 30 ноября. В ее рамках работники МЧС, активисты молодежной организации спасателей пожарных и волонтеры посетят предприятия, организации и учебные заведения, чтобы еще раз напомнить брестчанам о том, что наша безопасность в наших руках.